Все факты и персонажи данной истории вымышлены. Брюки! 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 Даже не думай. Нет, не трогай меня, неудачник. Ладно, ладно. Ну что ты ко мне пристал? Ну ладно. Милашка. Мартин. Я пришел сюда, чтобы перед тобой извиниться. Для этого не обязательно было раздеваться. Я готов на все, лишь бы ты простила меня. Пойми, ты мне очень дорога. Наталья Орейро и Факунда Арана в телесериале «Ты моя жизнь». Автор идеи Адриан Суар. Автор сериала Эрнесто Каровски. В ролях Карлос Бельосо, Клаудио Фонтан, Алехандро Ауада, Марсело Массарельо, Фабиана Гарсия Лаго, Моника Айос, Аделла Глейсер, Далма Милеба, Майк Амигарена, Элиас Виньолес, Грисельда Сицилиани, Николай Дагостина, Тельма Фардин, Карла Петерсон. Композиторы Алехандро Алем и Алехандро Парисол. Операторы Пабло Старина и Алехо де Фалько. Продюсеры Мариана Петраджли и Рассана Монтес. Режиссеры Даниэль де Филиппо и Радольфо Антунес. Милашка, смелее, трогай его! Целуй! Подари мне его, у меня день рождения! Нет! Из чего захотела? Но у меня день рождения! Не выставляйся! Сама не выставляйся! Кимберли, ты что, совсем обезумела? А что такого? Милашка, не зевай! Милашка! Нет, нет, нет! Мартин. Еще минуту, и они бы вас растащили на сувениры. Я спасся благодаря тебе, милашка. Еще бы. Как вы додумались так вырядиться? Я смешон? Куда там? Вы принц, которого мечтают поцеловать. Знаешь что? Если б до встречи с тобой мне кто-то сказал, что я буду танцевать в стриптиз-клубе, я бы никогда ему не поверил. Нет, никогда. А вы были молодцом. И я была бы не против, да только вы не свободны. Послушай, все было только ради тебя. Я хотел извиниться, милашка. И не могли подождать до завтра? Нет. Я бы глаз не сомкнул. Ну ладно, можете идти домой и выспаться. Ты меня простишь? Что после такого танца я могу сказать? Конечно, да. Милашка. Мне завтра рано вставать. Да, но и мне, кстати, тоже. Ладно, тогда до завтра. Ладно, до завтра. Actual. Controla la acidez al instante y por más tiempo. Доброе утро. Хочешь тост? Конечно. Ладно, потом поговорим. Ну, как английский?
Что говорит учительница? А я не понимаю. Ни слова. Она хочет, чтобы я сдал экзамен, а я нет. Я бестолочь. Но ты должен сдать экзамен. Что значит нет? Я не потяну. Хосе, подожди. Чего? Если ты постараешься, то все сдашь, и на экзамен ты должен прийти. Но я не потяну это, честно. Вот что, дети, вы должны сдать этот экзамен, чтобы поступить. Зачем? По-моему, будет лучше, если мы не поступим. Так будет лучше для всех. Нет, может, для тебя лучше. А я хочу поступить. Вот ей дается английский. Может, моя сестра чудо? Нет, погоди. Никаких чудес нет, просто я стараюсь учиться. Ты спишь на уроках, а я учусь. И знаю, что чем больше я занимаюсь, тем лучше. А ты не хочешь учиться. Я знаю, что не смогу этого. Ладно, Хосе, давай поговорим серьезно. Давай. Все хорошо, Мартин, все хорошо, и спасибо за уроки английского. Хосе, погоди. Но он же не прав. Оставь его, пусть подуется. Просто турчанка не отвечает на его звонки. Об этом ни слова. Я не хочу, чтобы ты была сплетницей. Я сплетница? Да. Итак, я стараюсь, учусь, поступаю, но я для тебя сплетница. Нет, ты ангел. Куда уж мне? Лаурита. Ну вот, а Коки молчит, она спит. Так вот, этот милый, нормальный, умный парень стал стриптизером, да-да-да. Не нет, а да, так и есть. Он качал бедрами перед толпой разгоряченных девиц. И вот так вертел задницей. Да-да. Но забыл только одно – побриться. У меня в голове не укладывается, когда твой кузен успел так перемениться. И ради кого? Той ненавистной мне обезьяны? Боюсь, меня надолго не хватит, я ее скоро убью. Детка, ты не могла бы успокоиться, и не вздумай никого убивать. Тогда что мне делать, Фалучо? Опустить руки и любоваться, как та мартышка уводит моего парня? Хватит, приди в себя. Не забывай, что против нее у нас есть хорошая дубинка. Что-то не помню я таких вещей. Она у нас есть? Да, есть. И что же это? Кике. Точно, Кики. Какой Кики? Ах да, служащий в офисе, тот новичок? Да. Тот самый. Ты уже знаешь? Нет, не знаю, а что? Скажи ей. Он брат милашки. Не говори, что ты этого не знала. Не знала? Очнись, девчонка. Он ее брат? Брат. Мартин это знает? А ты разве не знала? Девчонка, ты что, клювом щелкаешь? Так нельзя, а? Подыши свежим воздухом, Кики. Какое чудное утро даровал нам сегодня Господь. Кики, что ты делаешь? Сынок, ты даже не одет. Дышу свежим воздухом, слушаю птичек. Мам, принеси молока с печеньем. Подождешь, у меня к тебе важный разговор. У меня вопрос засел в голове, едва я проснулась. Мы просто должны его обсудить. Конечно. Но я не уверен, что буду готов тебе ответить. Мой организм, особенно мозг, еще плохо работает. Рановато для него. Кики, ты заботишься о милашке, как мужчина. Мама, извини, на тебя заносит. Что это за вопрос? Что такое? Нет, подожди, Кики, подожди. Просто если ты не даешь ей то, что ей нужно, значит, милашка вправе получить это у кого-то еще, пока она свободна. Ты думал об этом? Я не понимаю. Растолкуй. Ты себя видел? Да, сегодня в зеркале. Я загляденье, а что? Сынок, а милашку ты видел? Кики, милашка рядом с тобой выглядит чудом. Я просто не знаю, что она в себе находит. Стоп. Не ты ли всегда говорила, что я самый красивый, лучший и добрый? Да, или ошибаюсь? Признаюсь, матери лгут своим детям, Кики. Но это не важно. Что значит не важно? Как ты смеешь мне лгать? Тебе плевать, что мне от этого больно? Сынок, но я имела в виду, что... Что? А ну не юли! Говори, что? Что ты должен заботиться о ней. Заботиться о милашке. Дорожи ей. Так бы сразу и сказала. Заботься. А то все ходишь вокруг да около. Где милашка? Она ушла очень рано. В свой спортзал, наверное. Хотя, да, она пошла в спортзал. Все, Кики, оденься. Приведи себя в порядок. Нельзя так. Принеси молока.
Дай на себя посмотреть, как там твоя кожа. Нет, это ужасно, все поры открыты. Конечно, конечно. Дарита, не стыди меня перед ребятами, тут кругом глаза. Ну и что, чего стыдиться? Как чего? Все ребята твои ученики. Вот именно. Вот и учи своих рестлеров и боксеров, как ухаживать за кожей. Доброе утро. Доброе утро. Спокойной ночи. Ты разве выспалась? Ты должна приходить сюда отдохнувшей. Только полюбуйся на свое лицо. Да ты что, она же просто куколка. Конечно. Я всегда говорю, что самое красивое личико я видела у милашки. Жаль только, что ее парень уродливый Кики. Все, Дарита, умолкни. Даже я не заикаюсь об этом. Дон Сесар, вы правы. Не то моя голова просто лопнет. Ты, небось, и выпила вчера? Глоток. Глоток? Я больше не буду, клянусь. Ладно. Прощаю, зная, что свои клятвы ты всегда сдерживаешь. А теперь настраивайся на тренировку. Надевай перчатки и марш на ринг лупить грушу. Сесар, ну хватит в самом деле. Как ты обращаешься с милашкой? Ты что, забыл, что она у нас леди? Конечно, я не забыл, что она леди. Но при этом она боксер, и мы с ней находимся в клубе бокса. Ну а спорт всегда требует дисциплины. И здесь один закон для всех. Дисциплина! Боже мой, как я могла влюбиться в парня, который так орет? Ну что поделаешь, коли меня угораздило его полюбить, придется его терпеть всю оставшуюся жизнь. Кого? Это Кимберли таскает мои вещи. Где моя классная вишневая помада? Привет. У меня проблемы. Вот как ты стала меня приветствовать. Что-то не так? Или я должна от радости бить в барабаны? Но ведь после той ночи у нас... Мало ли что бывает ночью. Если скажешь, что я плавала в гондоле в Венеции или баттерфляем в озере Титикака, или что я ныряла с гор в Рио-де-Жанейро, то так и знай, я отрицать ничего не буду. И добавлю, что это ты меня напоил. Но мы целовались. Вот и я о том же, я все забыла. Ничего на утро не помню. Мне поцеловать тебя снова, чтобы память вернулась? Нет, я не хочу, чтобы ты меня целовал. Ты не очень счастлива жена. Я помолвлена, так что никаких поцелуев. Никаких. Ты правда не помнишь, как мы целовались? Конечно, не помню. И как страстно мы занимались любовью. А вот это неправда. Что? Попалась. Я все помню. Я закрываю глаза и помню каждый твой поцелуй. Но знаешь что? Когда придет мой жених, моя память вновь улетучится. Привет, Фалучо. Кончай глазеть, пора за работу. Она мне не ответит. Уже иду. Я не первый раз тебе говорю. Убери свою обувь с дивана. Турчанка, ответь же. Добрый день. Если ты к нему, то он тут как тут. Вот он. Да, спасибо. Я принесла вещи, которые ты забыл у меня. Давай сюда. Я знаю, что их нужно стирать. Пойду положу их в машинку. Я не могу тебе дозвониться. Знаю. Я не беру трубку. А в чем дело? Ты сердишься на меня? Ни в чем. И я не сержусь. Просто я немного подумала и решила, что пора все закончить. Если ты опасаешься Мартина, то я с ним поговорил. Он просит не встречаться, пока идет усыновление. Но потом сколько угодно. Хосе, Мартин тут ни при чем. Просто мы с тобой не пара. Почему? Я был уверен, что у тебя ко мне чувства. У меня нет к тебе чувства. Но ты меня целовала? Нет. Это ты меня целовал. Да, но мы целовались. По ошибке. Понимаешь, мне было одиноко, я расслабилась. Это все, пойми. Все.
Но я не понимаю. Просто не понимаю. Не заставляй меня говорить, что к чему. Позже ты сам все поймешь. Ты пока слишком юн. Я уже не маленький. Больше мне не звони. Не позорь меня перед людьми и не приходи ко мне в дом, ты понял? Мы больше не увидимся. Турчанка. Дебби. 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 Констанца, это ты меня звала? И обрывала тебе телефон. Что? Что это с тобой? Ты оглохла? Нет, я с дискотеки, где танцевала рядом с динамиком. Я после этого час плохо слышу. Конечно, заодно ты головой там ударилась и поглупела еще больше. Конти, говори со мной четко и медленно. Тогда я смогу читать по губам. Хорошо, напряги свое внимание. Да. Слушай, если ты продолжишь дружить с теми дешевыми вонючками, то меня больше никогда не увидишь. Поняла? Конти, пусть у них недорогие духи, но они мои подруги, новые и настоящие. Ты бы видела их на танцполе. Не волнуйся, я видела все, что мне нужно. Ты приходила на дискотеку? Как мило, Конти, и ты ревновала меня к девчонкам. Бедно, Конти, хватит. Дай мне потрепать твою щечку, остановись. Выбирай, ты их подруга или моя? Я поняла, нужно выбрать их троих или тебя, да. Ты проиграла, Констанца. Пойми, у меня с детства не было сразу трех подруг. Ладно, ты можешь подумать, а у меня полно других дел. Хорошо, я дарю тебе поцелуй. Возьми его назад. Пригодится для Кимберли. Дело не в совпадениях, но судья знает о каждой моей проблеме с детьми. Отлаженная система. И это ни при чем. Ясно как день. Кто-то стучит судье, да еще привирает. Но я найду, кто. Ты правда это узнаешь? Да, и когда узнаю, стукач это попомнит. Какой ты нервный, кузен. Но это только начало. Когда-нибудь судья вернет их в приют, где им и место. Всего лишь ты. Как работает техника? Классно, отлично. Всем бы дома такую. Точно. Я и в твой дом поставил жучок, и о твоем трансвестите из Мексики все знаю. Он из Чихуа? Ты не прав. Из Панамы. Да я пошутил. Итак, какие новости? Они, конечно, стали подозревать. Кого? Никого конкретно, но Мартин уверен, что кто-то стучит на него судья. А твой кузен не дурак. Дело может принять крутой оборот. Учти, мы начали войну разведок. Работай головой, Мигель. Да брось ты. Техника — это для тех, у кого нет головы. Ты прав по-своему. Где милашка? Меня спрашиваешь? Ты здесь шериф, а не я. Это тебе нужно задавать такие вопросы. Не смейся. А ну говори, где милашка, не то я приму меры. Сказать, что у тебя за проблема? Ты слишком уверовал в правила. Иди займись делом, Шерлок Холмс, и отвали от меня. Никуда не уйду, пока ты не скажешь, где она. Лучше скажи по-хорошему. Я не знаю, она говорила, что пойдет на тренировку. И когда вернется? Ты что думаешь, я ее прячу в кармане или в сумочке? Проверь, я не против. Что ты так вяло? Поставь меня лицом к стене, ощупай. Я храню верность милашке, а ты опять мне предлагаешь грязные вещи. Короче, мистер Холмс, марш на свое рабочее место. Тут мое, нечего здесь ошиваться. А ну, отвечай, не повышай голос. Итак, вы с моей невестой подруги. Значит, вы постоянно общаетесь и явно должны делиться секретами. Внимание. Вопрос. Кто мог бы положить на нее глаз? Есть один. Толстоват, лысоватый, в темных очках. Догадываешься, кто? Это я. Но я спрашивал, кто за ней приударяет. Больше я не могу разговаривать. Постарайся это понять. Мне нужно готовить кофе и приносить его руководству. Я тут работаю. Понял. Я помогу тебе с кофе. Милашка, давай помогу. Ну как? Поаккуратнее с защитой. Боже мой, как там твои волосы? Скоро снимите. Да, скоро. Тяните сильней. Тяну, тяну. Готово. Как там твои волосы? Милашка, пора ими заняться, чтобы вернуть им кондицию. Посмотри, какие у тебя сухие кончики. Правда? Очень сухие? Конечно. А я каждый день мою их. Дорита! Что? Ты не могла бы не говорить ерунды. Когда нам тут будет нужен цирюльник, мы тебя позовем. Иди подготовься в тишине. В
Все мужчины одинаковые, никогда ничего не понимают. Им наплевать на имидж девушек. И на свой тоже. Например, неделю назад мои волосы выглядели чудесно. Совсем как у киноактрисы. А на этой неделе я с дуру убрала то, что нарастила. Модно быть натуральной. Но и на будущей неделе я готова гнаться за модой. Ты меня понимаешь, милашка? Что? Я помажу тебя своим кремом, и ты будешь в загляденье, клянусь тебе. Я правда похудею? Да я не о фигуре, она у тебя в порядке. А ты Кароса предложи купить крем. Вдруг ему будет интересно. Точно. Кароса? Кароса! Дуй отсюда. Дон Сестер, зачем вы так с ней? С тех пор, как она занялась кремами, я жду не дождусь, когда все закончится. Она пришла ради вас, а не ради кремов. Их место в аптеке. Просто предлагаешь хозяевам свой товар. Чего проще? Разомнись с грушей, она тебя ждет. Не могу, пора на работу. Снимите мне перчатки. Нет, подожди, я что-то не понял. Я опоздаю на работу, Дон Сессор. Стоп, давай поговорим на чистоту. Твоя цель стать чемпионом мира или побеждать слабаков за пару баксов? О чем это вы? Не говорите так со мной. Мне семью поддерживать надо. Понял. Милашка, я понял и забираю перчатки. Вы поняли или пугаете? Нет, я понял. Не спешите, Дон Сессор. Вдруг она передумает. Успокойся, Кобра. Что этим двоим нужно? Мы к вам по делу. Или Сестер тебе не сказал, что подал заявку на бой? Оцени соседний участок и позвони мне. Да, можно. Перезвони и держи меня в курсе. Пока. Ваш кофе, босс. Почему ты не на посту у двери? Там делать нечего, как в церкви в понедельник. А где милашка? А при чем здесь она? Ни при чем, обычно она приносит мне кофе, вот я и спросил. А вам какое дело, где она? Она свободный человек и ходит, где хочет. Ты мне не ответишь? Сначала встречный вопрос. Давай-ка поближе. Поговорим как мужчина с мужчиной. Что между тобой и милашкой? Между вами что-то есть? Что между милашкой и мной может быть? Что это, по-твоему? Я заметил, что она стала странной. Начала забываться, спотыкаться, задевать вещи. А почему? Ты не знаешь ответ? А я знаю, у нее другой парень. Ты не знаком с ним, Мартин? Как я могу это знать? Ты ведь босс. Этот парень, Урибе, верно? Кто, Альфредо? Да нет, этот. Коротышка. Кто? Мигель? Длинноносый. Мигель? Да. Нет, она из-за миллион Мигеля не выберет. Значит, Урибе. Зачем я Альфредо? Он извращенец? Никакой он не извращенец. Нет? Нет, и можно теперь я спрошу, Кики? Я не понимаю. Почему ты становишься сторожевым псом? А что плохого в таких псах? У них работа такая. Да, но сторожить, охранять и следить за милашкой должен не ты. По-моему, это дело ее парня, верно? Да, конечно. Кстати, он и следит за ней. Не беспокойтесь. Я тоже за ним слежу на всякий случай. Просто у него штук 5-7-8 недостатков, и он жутко мнительный. Он всегда за ней следит, он покупает ей вещи, ходит за ней по пятам, но он помогает и поддерживает ее. Ведь он у нее один. Кстати, он неплохой человек. Нормальный, хороший парень, настоящий мужик, мой давний друг. Так что если кто-то вздумает увести его милашку, то я всегда могу повесить этого типа прямо на дереве. Мартин звонит, тот японец. Что ответить? Буду через минуту, Мерседес. Хорошо. Иди работай, Кики. У меня все. Если что узнаешь, скажи мне. Расклад следующий. 60% нам, а 30% вам. Нормально? А кому еще 10? Административные расходы. Ну что ты, хватит петь старую песню. Разве мы с ней глупцы? Сделка вполне справедлива. Мы вложили больше, за нами и место, и пресса. Не юли, пресса вам платит за аккредитацию.
Ладно, тогда 60 нам и 40 вам. Это последнее слово, другого не будет. Итак, да или нет? Мы не заключаем сделки с такими, как ты и твоя спортсменка. Вы что, нас боитесь, Дон Сесар? Чего вас бояться? Ты не кобра, а червяк. А ты, пластиковая кукла. Тупая! Вы не передумали? Сама тупая. Нет, валите отсюда. Все, милашка. Я тебе еще врежу, курица. Браулио, не беси меня, убирайтесь по-хорошему. Спокойно. Я спокойно, Дон Сесар. Привет. Как дела? Фабиана, сколько лет, сколько зим. Ну как ты? Хорошо, а ты? Снова в приюте, ты не зазналась? Нет, что-то я просто задумалась. Это бывает. Для богачей бедняки всегда невидимые. Кто богач? Я не богачка. А что, не заходишь в приют? Просто он далеко, и мне нужно готовиться к экзаменам. Видишь, ты как занята. Я должна учиться. Расскажи мне о людях, что тебя взяли. Они крутые? Нет, просто Мартин очень добрый. И все? Да. Ну ладно, мне пора. Как я говорила, мне нужно готовиться к тесту. Опять за свое? Мы 100 лет не виделись. Пригласи меня в гости. Боишься, что я перепачкаю ковры? Ну вот, правда, сели батарейки. Теперь ни музыки, ни футбола, ни выпить. Ничего нельзя на этой работе. Это бесчеловечно. Блондинка, не верь глазам своим. Можно я тебя поцелую? Никогда. Никаких поцелуев. Ты лгун и обманщик. В чем я опять провинился? Как ты мог не сказать, что ты брат милашки? Ах это, хотел было тебе сказать сегодня. Так я тебе и поверила. Короче, что ты задумал? И не считай меня дурой. Ты меня кинул, чтобы расчистить место для этой дряни, я права? Что расчистить? Кого кинуть? О чем ты говоришь? Я ничего не понимаю. Для чего ты это делаешь? Отвечай правду. Почему ты так со мной? Что тебе нужно, Энрике? Хочешь правду? Мне нужно удовлетворить свои инстинкты. А ну-ка подальше. Нет, ближе. Вон с моего пути. Хочешь драться? Я же сказала, вон. Это ты не сойдешь с места, пока меня не поцелуешь. Дай мне выйти, я не поцелую тебя и за $1,000,000. Нет? Тогда готовься остаться здесь навечно. Ладно, смотри, ведь это просто. Ну иди ко мне, иди, иди. Всем привет, уже бегу, доброе утро. Или добрый вечер. Не скандаль, я с тренировки. И что, вчера мы подружились, а сегодня ты вновь рвешься в бой? Ты меня провоцируешь. А ты закрой рот. Мой рот виноват. Но я слышала, что это не он вчера целовался с Альфредо. Кто тебе сказал эту ложь? Турчанка все видела. Пока ты танцевала с тем парнем в маске, говорят, он стриптизер, это правда? Как интересно. Я мигом, еще поговорим. Непременно. Всем доброе утро. Все очень просто. Сложи губы вот так, бантиком. Не бойся, больно не будет. Что это? Вы почему тут уединились? Просто я искала коричневый сахар для себя. Тут нет коричневого сахара. Как это нет? Нет и все. Тогда купи немедленно и запомни, это не сахар, это яд. Яд. Яд я добавлю в твой чай. Что у тебя с этой блондинкой? Не валяй дурака. Итак, что у тебя с ней? Ничего, совсем ничего, клянусь мамой. Ты решил, что я дура? Ничего, я клянусь Чипом и Дейлом. Кто они? Привет, милашка, я за тобой. Что такое? Мерседес зовет, она сказала, что ты ей нужна. Типа вымыть пол или сходить на первый этаж или что-то еще. Тебе повезло, но дома ты мне ответишь. Вот это да, ну и домик у вас. Милый, правда? Грандиозный. Небось, дорогой? Я не знаю, дорогой или нет. А богач тебя заставляет работать? Нет, но мы иногда помогаем Росе. Роса – это служанка? Нет, домработница. Человек, которому доверяет Мартин. Домработница, ты тут как сыр в масле. Не жалуюсь. Да, повезло тебе с этим богачом. Он, конечно, хороший человек и добр к нам, зато у тебя есть отец. Он ничтожество. Не говори так. Ничтожество и все. Привет, девочки. Привет, рада познакомиться. Я тоже. Роса, Фаби, Роса. Фаби.
Твоя подруга живет по соседству? Она из приюта, как и я. Из приюта Тересы. Той горластой коротышки, знаете? Знаю. Ну, да. Хочешь молока? Конечно. А можно хлеб с маслом? Конечно. Я такая голодная. Садитесь за стол, я принесу вам молока. Она прелесть. Привет, Хосе. Как дела? Я извиняюсь. Что вот это тут делает? Дэби! Турчанка, что ты тут делаешь? Я здесь живу. Видно, я по тебе соскучилась, и ноги сами меня сюда принесли. Ладно, признайся, что ты вчера перебрала. Нет, а что? Ничего, просто мне пора на работу. Погоди, а можно мне с тобой посмотреть? Как делают фильм? Нет, как ходят на работу. Я хочу побольше узнать о простых людях, чтобы со временем стать попроще, как вы. Знаешь, лучше оставайся собой, ты ведь красавица. Пожалуйста, ведь я не пойму, хочу я быть бедной или богатой, пока не побуду той и другой. Ты поможешь мне в этом? Боюсь, не смогу. Бедными просто рождаются, этому не научить. Вот именно. Позволь мне рядом с тобой научиться, что делать, а чего не делать. Ты меня поучишь? Хорошо себя будешь вести. Конечно, берем такси, тут ловить больше нечего. Какое такси? Только автобус. Ты серьезно? Да. Ты представляешь, я недавно хотела поехать автобусом, и я ему посигналила, а мне показали вот это. Не на остановке? Нет, а что это? Да так, ты никогда не ездила на автобусе? Еще никогда. Ну что, поедем? Пожалуйста. Конечно. Ура, у меня дебют. В чем дело? Ты хорошо выспался? Да. Нет, у тебя мешки под глазами. Ну и что? Ты вчера где-то был? Я был с детьми, дома, как обычно. А мне вчера снился сон, очень эротический. Мне снилось, что мой жених Мартин Кесада стал стриптизером. Безумие, правда? Но ты был почти голый, только в белье и в темных очках. И ты очень соблазнительно танцевал для меня. Только для меня. Но я никогда не был в таких местах. Я тоже. Но их показывают по телевизору. А ты не поговорила об этом с ней, со своим терапевтом? Роберто пока в отпуске. Но я поговорю с ним. И знаешь, кто еще был в моем сне? Милашка. Это смешно. Правда. А по-моему, это странно. Что за глупая баба? Ей бы не давить на него, а помочь расслабиться каким-нибудь приятным способом. Подскажу попробовать на мне. Был бы я твоим кузеном, она бы у меня поплясала. Я бы ее поучил. Ребят, какой там счет? 20 минут пока без изменений. Но Сан-Лоренцо раскачались. Не сравнить футбол ни с чем. Футбол это все, это все. Пора обедать. Дадите послушать игру. Нет, эта команда не боец. Да нет, все дело в менеджменте. Ребята, можно радио? Этот придурок Телех никогда для них не забьет. Да кто управляет? Кто там работает? Кто вообще так делает? Кто у Сан-Лоренцо на поле? Идем на обед и все обсудим. Я с вами. Только поедем в отель, там лучше. Кто сегодня платит? Не я. А тебе с нами нельзя. В черном галстуке туда не пускают. Извини. А я сниму. Мы привезем тебе поесть. Что именно? Ты любишь молоко? Я вам кот, что ли? А икра из баклажанов получше? Я знаю, что мы тебе закажем. Что? Санитарные салфетки.
Нет, это точно нельзя. Теперь слушай две вещи, которые должна сделать. Первое, встань со стола, не то тебя увидят. Хорошо. И второе, все сны — глупость, а твой даже возьмет приз. Потому что он явь. Нет, они меня не проведут. Сегодня Телех не играл в Сан-Лоренцо. Он там вообще не играет. Так, а вот и техника. Хоть музыку послушай. Как говорит Дебби, есть две вещи. Во-первых, я никогда не раздеваюсь перед разгоряченными женщинами. И во-вторых, жених милашки был бы недоволен, что она была в таком месте. А разве у милашки есть жених? Да, есть. И знаешь, кто это? Нет. Дон Сесар. А знаешь, кем он работает? Он тренер по боксу. Ясно. Она изменяет меня с тренером. Со своим учителем. Я после модельного бизнеса на обычный так быстро не переключусь. Ни слова не понимаю. Да, тебе тяжело после вчерашнего. Не помнишь, как ты пила? Все подряд. Кто бы говорил? Вспомни сама, как осталась с каким-то уборщиком. И впрямь все перепутала. Это была Дебора. Вот я сумасшедшая. Ты хочешь сказать, что Дебора обнимала в туалете уборщика? Нет. Да. И этого я не видела. Конечно, ты ведь целовалась с Альфредо. Тише, нельзя. Ты в журнал об этом еще напиши. Давай поговорим о другом. У тебя классная подруга, блондинка. Очень. Турченко, что ли? Верно. Да, она классная, но легкого нрава. Актриса, что с нее взять? Кейки, у меня к тебе дело. Не могу, я занят. Куда это ты? Убивать одного парня. Но ты еще вернешься? Да. Ну, никогда работать не хочет. Кто бы говорил? Дорогой, ты не забудешь о благотворительном обеде? Конечно, не забуду. А ты заедешь за мной? Конечно, заеду. Отлично. Пока-пока. Пока. Ты это видела? Где милашка? Отправлена мною с поручением. Турченко, это авто не для нашего имиджа. Я бы выбрала синее с красным, оно больше подходит. Ты говоришь ерунду, 80 центов. А мне 81. Это цена за билет, балда, смотри. Это игральный автомат, ясно? А почему тут столько народу? Ну как, Турченко, что выиграла? Медвежонка, конечно, идем дальше. Проходи назад. А что там сзади? Может, салон? Турченко, мне это место что-то не нравится. Заткнись, или я выставлю тебя хорошим пинком. Я поняла, в чем тут кайф. Ребята, правда здорово? Ты не танцуешь? Извините, она у меня ненормальная. Теперь заткнись, или поедем домой. Все-все, молчу. А мы что, останавливаемся? Да, тут остановка. Мы что, разве приехали? Нет, но тут остановка автобуса. Какая остановка? Мы только что сели. Пойду поругаюсь с шофером, я мигом. А ну стой! Зачем? Я с ней связалась. Ролло так и сидит в тюрьме. Помните, за ту кражу в кондитерской? Ренго я тоже видела. Он все ходит в карманниках. Наверное, уже не бросит. Хороша работа, нечего сказать. А ты стараешься с ними дружить? Не все такие везунчики, как вы. Да, но лично я никогда не воровал. Я, что ли, воровала? Нет-нет, я понял. Это были Скуби-Ду и команда, или призраки. Бедняга Тереса, правда? О чем ты? Я не крала у Тересы, я не воровка. Конечно. Привет. Тони. Привет. Тони, это Фаби. Фаби, это Тони. Привет, Фаби. Как ты? Хосе, пойдем, выйдем. Там тебя ждут. Конечно, Тони, сейчас. Вы надолго? Нет. И можно тебя? Можно? Конечно, что? Всего одна вещь. Слушай внимательно. Слушаю. Эту подругу я видеть не хочу. Но мы же знакомы, и у нее трудное время. Она нам не друг. Ты поняла? Пожалуйста, не приводи ее больше и попроси уйти. Ты поняла? Мальчики, так вы скоро вспотеете и будете плохо пахнуть. Вам нужен массаж с благовониями. Продолжай. Ты в этом уверена? Конечно. И нужен крем, чтобы выглядеть моложе. Монти, я хочу тебе что-то сказать, как косметолог. Валяй. Молодец, получается. Разве я косметолог? Ну ладно, это ерунда, важно другое. Но это может прозвучать агрессивно, так что извини. А покороче? Ладно.
Ты очень полный, Монти, у тебя много жира. Посмотри, какие у тебя тут складки, видишь? Сказать почему? Почему? От солнца, обожаю загорать. А ты сама знаешь, как солнце влияет на кожу, так что мотай на ус. Не болтай. И не думаю. Тогда вопрос по секрету. Сколько тебе лет? 27. 27? Тебе всего 27? Конечно, проверь там, вон расписание. То бои, то гастроли, то тренировки, то выступления. Конечно, я знаю, что постарел. Еще как. Ты договаривай, не стесняйся, я слушаю. Просто у меня есть решение для твоей проблемы. Вот этот крем. Правда, тебе 27, но с ним ты будешь выглядеть на 15. Ведь это омолаживающий крем. Он правда сработает? Конечно. Молодец, так держать. Всем внимание. Продашь крем? Да, Рита, хватит, больше нельзя. Тут не место для кремов. Но я хочу его попробовать. Монти, мы обсудим это позже, но не сегодня. Сесар, ты же всегда был моим героем, всегда. Что такое? Как ты мог так низко пасть, Сесар? Ты о чем? Что происходит? Кики! Он еще издевается мне сказать, что происходит. Ты спишь с моей милашкой, мартовский кот? Ты обезумел? Сесар, не увиливай, ну-ка поклянись, что это неправда. Отвечай, да или нет. Нет. Милашка, ты вновь опоздала. Да, ну и что? Я же пришла. Тебе не сказали, я тебя искал. А я сток ксерокопи делала. Что теперь? Я хочу с тобой поговорить. Погодите, мне потом всегда об этом молчать? Ладно, забудьте. По-моему, тут завелись шпионы, и мне нужно узнать, кто они. О наших с детьми мельчайших проблемах сразу известно судье. А Констанция такое мне якобы сон рассказала, что нет сомнений, кто-то ей настучал про вчерашний стриптиз-клуб. Ну и что рассказала Констанция? Будто у нее был странный сон, где я был стриптизером, который раздевался и танцевал. Причем так сексуально, что вокруг визжали девчонки, потому что все было классно. Но это не важно. Важно, что и ты была в том сне. Только это не сон. Я уверена, что это не сон. Верно, но я тоже подумал и вспомнил, что только два человека знали, что я был в этом клубе. Это Альфредо и ты, милашка. По-твоему, я тебя предала? Ты в этом уверен? Отвечай! Отвечай! Нет, я никогда не считал тебя предательницей, что ты? А чего ты на меня так смотрел? Хотел попросить помочь найти стукача. У меня что-то не в порядке? Мумия не говорила, что я хочу тебя у нее отбить? Я о тебе не заикался? Конечно. Жаль, что я тоже молчу. Извини, но вчера мы просто потанцевали, не так ли? Разве нет? Ты тоже извини, но я знаю, что такое снимать, хватать и якобы танцевать. Показать это? Да, как? Вот так танцуют. Вот так хватают. А вот так снимают. Это был пример, Мартин. Отпусти меня. Телефон звонит. Телефон. Я ничего не делаю. Алло. Милашка, это Кароса. Слава богу, я тебя нашел. Кароса, ну я учу, то есть работаю. Да, но у нас тут ЧП. Что-нибудь с Кики? Нет. Пока нет. Но ему стукнули, что ты и Сесар якобы встречаетесь. Они дерутся. Ясно, лечу. Что? Что такое? Семейные дела. Мне можно с тобой? Нет, мой брат, жених и я сами разберемся. Я боюсь, ты попадешь в неприятность. Возьми меня с собой. Ладно. Ладно? Хорошо. Идем, только подай мне вон тот свитер. Где? Вон там. Милашка, нет. Милашка, открой. Мерседес. Мерседес. Вот такие дела. Мой отец снова женился. Ты уже говорила. Да, но это его жена просто ведьма. Мы с ней орали друг на друга просто сутками.
А потом она меня все-таки выгнала. Она тебя выгнала? Да. А мой папаша затыкал уши, когда мы ругались. И когда меня вытурили, он даже не заступился. И где же ты живешь? На улице, где же еще? Какой ужас. Лаура, а можно я у тебя переночую? Только сегодня. Деточка, ты останешься на обед? Да. И на ночь тоже можно, Роса? На ночь? Ну ладно. Хочешь принять душ? Было бы здорово. Приготовь постель и полотенце для своей подружки. Я Фабиана, Роса. Конечно, Фаби. Ты нас подождешь? Конечно. Спасибо, большое спасибо. Ньоки, это Фаби. У меня мало времени. Запиши адрес. Передай ребятам. Для них есть работа. Альфредо, найди кого-нибудь, кто отопрет эту дверь. Ключ уже ищет, Мартин. Дыши глубже. Снова шутишь? Я 100 раз говорил, что в рабочее время на фирме все двери должны быть открыты. Все правильно. Подожди. Открывай, или я вышибу дверь. Открываю. Итак, в чем дело? Где милашка? Не знаю, но должна быть на рабочем месте. Скажи, чтобы мне подали машину. Не уезжай. Ты что? Японцы уже в твоем кабинете. Устроим экскурсию, а мне должны подать машину. Ты понял? Сесар, ты сломаешь ему ногу. Кики, я никак тебя не пойму. Ты позарился на мою девушку. Ты предатель, Сесар. Кики! Я тебе больше не Кики. Ты врал про Лас-Вегас, чтобы встречаться с моей невестой. Кто я? А ну отпусти этого парня немедленно. Нет. Потому что теперь я хочу выяснить, изменял ты мне со своей милашкой? А вот и она. Собственной персоной. Спроси у нее. Милашка тоже все знает. Что, Дорита? Ну-ка, иди сюда. Я тебе не Дорита. Немедленно отвечай, как на духу. Ты спала с моим мужем или нет? Так, минуточку. Здесь какое-то недоразумение. Давайте разберемся. Я не хочу слышать ложь. Я тоже. Я не верю тебе. Ясно? Закрой свой глупый рот. Нет, он не закроет свой рот, потому что я тоже хочу его выслушать. Бинго, смотрите, кто пришел. Короса, теперь точно будет взрыв. Милашка, не подкачай. Тут все свои, и ты должна сказать нам правду, только правду и ничего, кроме правды. О, Господи. ¿Por qué? Me dijiste que me adorabas. ¿Por qué? Me dijiste que me querías. ¿Por qué? Me dijiste que eras mía. Y después me dijiste que no me amabas, que no me adorabas, que no me querías, que no era mía y que me ibas a dejar. ¿Por qué? Me metiste que me amabas. ¿Por qué? Me metiste que me adorabas. ¿Por qué? Me metiste que me querías. ¿Por qué? Me metiste que eras mía. Y después me dijiste que no me amabas, que no me adorabas, que no me querías, que no era mía y que me ibas a dejar. Miente. Yo te lo digo, esa mujer. Miente. Te lo repito, esa mujer miente. Yo te lo digo, esa mujer miente. Te lo repito, esa mujer miente. Mentirosa, me robaste el corazón.